сегодня 27 сентября, последний день ArtLife Fest. Мы добрались до этого момента, дожили до конца фестиваля. Сегодня, мне кажется, у нас рекордная по длине очередь. Столько людей хотят успеть приблизиться к искусству, посмотреть на работы зарубежных художников, насладиться этой атмосферой. Честно говоря, это просто вау. Если вы сейчас увидите эту очередь, кажется, сможете восхититься этим людям, которые стоят, несмотря ни на что, хотя погода очень крутая, и нашим зрителям действительно повезло. Здравствуйте. Вы пришли к нам на фестиваль? Да. Впервые, да? Впервые. Честно, да, в первый раз. Вы взяли с собой стульчики, вы предусмотрели очередь? Мы не то, что предусмотрели, мы просто после пленэра, так сказать. Да. У нас выставка в музее была. Музейная практика. Какие у вас ожидания от выставки? Ну, надеюсь, что там действительно будет все достаточно классно, хорошо оформлено. Я видела видео рекламу, то есть. Мне очень понравилось то, что было в том году, и я хочу увидеть то, что в этом году вы будет. Вы были у нас на фестивале в прошлом году? Нет. В прошлом году я видела видео. Видео? Да. Слушайте, классно. Мы очень рады, что у нас такая молодая творческая аудитория. Вы крутые, спасибо. Благодарю. Юля, слушай, тут очередь реально до Four Seasons, и очень много людей с маленькими детьми. Может, нужно вывести хелперов, чтобы подходили и говорили, что с детьми можно без очереди, ну или хотя бы в какую-то, чтобы формировались очередь поменьше. Не знаю, но просто я смотрю, мне прям жалко, люди стоят с детишками. Какие у вас ожидания от фестиваля? Есть какие-то работы конкретные, которые вы хотите увидеть, ждете? Я хочу очень увидеть группу художников, которые представили фэшн. Иллюстрация, потому что я знаю, что Анастасия Андреева горит и любит это дело. Да. Очень хочу посмотреть на, по-моему, какого-то корейского или японского художника, который портреты делает мазками крупными такими. Он, по-моему, был на обложке или даже на группе ArtLife. Возможно, про Ликея вы говорите. Да, да, это Ликея. Да. Ликея точно. Потому что, я так поняла, он один из фаворитов. Да. Вот. И в целом хочу посмотреть, какой путь прошли, потому что я давным-давно была в команде ArtLife как преподаватель. О, ничего себе! Но немножко ушла в другую сторону, в коммерцию. И хочу посмотреть, каких успехов добились девочки, потому что это грандиозно и очень здорово. И хочу... Ничего себе, да. Круто, как мы ловко вас выбрали из толпы. Классно, спасибо большое. Я очень надеемся, что ваши ожидания от выставки, от увиденного полностью оправдаются. Вы классно проведете у нас время. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы к нам время. Пришли. Спасибо. Да, чтобы было очень быстрее прошла, и люди, которые сзади, были счастливы и не ругались. Да, мы на самом деле немного стоим, вот. Но в принципе мы видели, что должны быть работы многих, как сказать, художников и артистов, которые из других стран, там из Польши, то есть из СНГ. Мне кажется, это интересно посмотреть. То есть обычно, например, когда я ходила в центральный выставочный зал, это были в основном либо там Сальвадор Дали, либо какие-то известные художники. Поэтому просто ожидание, знаете, как интересно посмотреть, что будет. Посоветую все сходить. Сказали, что очень интересно, очень познавательно и останутся хорошие впечатления. Я посмотрела в ленте Инстаграм, у меня очень много друзей сходили, но мне хочется прийти и вот уже внутри все самой посмотреть, самой понять, почувствовать, посмотреть без рецензии того или другого, то есть... Да, не опираясь на мнение других людей, получить свой опыт какой-то. Я очень надеюсь, что вы найдете что-то, то, что у вас отзовется внутри и вас вдохновит. Давайте, Анна, да, я буду рядом с ней. Слушайте, стоим мы здесь минут, наверное, 15. Да, просто мы сразу ждем. А, понятно. Такие хитрые немножко. Инстаграм. Инстаграм очень хорошо пиарит. Ожидания от выставки, может быть, есть какие-то... Будет очень красочно, интересно, познавательно.
Раз, раз. Пошли на выставку. Что стоишь? У нас есть определенный блат. Из-за того, что мы работаем в ArtLife, как я уже сказала своим коллегам, нам можно пройти сюда без очереди. За время фестиваля нас посетило более 50 тысяч человек. Больше 10 тысяч скачало наше приложение. Мы провели десятки классных демо-классов и мастер-классов. В нашем лектории выступили 50 крутых спикеров, экспертов. Мне кажется, мы получили сотни тысяч положительных отзывов в наших социальных сетях. Тысячи лайков, комментариев. Это не может не радовать. Это безумно приятно. Окей, давайте пройдемся по экспозиции и пообщаемся с нашими посетителями, с людьми, которые работали над проектом. Попросим их поделиться впечатлениями. Даже не настолько не ожидал настолько, что это именно будет так. Так разнопланово. И есть те авторы, которые зацепили. Очень. Ирина Березовская. Ой, да, она прекрасная. Сам посыл. И очень хорошие девочки-экскурсоводы, которые здесь рассказывают. Вся инфраструктура крутая, выставка глубокая. В общем, может быть впечатление. Спасибо вам большое, спасибо, да, что посетили. Она как бы отвечает на многие внутренние вопросы, который раз пришел, и здесь тебе на картине все. Это как раз-таки вот та картина в том зале, когда она прям практически выходит из рамки и заполняет всю стену цветами. Это, в общем, так отпечатывается в памяти. Так что да, это круто. Чувство переполняет. Вы знаете, настраивалась на выставку современного искусства. Ну, как обычно, что у человека в уме? Он видит что-то металлические какие-то конструкции, сразу говорю, под таким впечатлением, настолько поражена, некоторые картины вызывают откровенные мурашки. Я ходила, видела эти картины, Чернобыль, настолько впечатляет, что я не могу выразить полноты своих чувств. Каждая картина, она заставляет подойти, просто вот замереть. Не могу поверить в реальность картин фотографий. Пока я не прочитала надпись, что это масло и холст, я думала, что эта фотография могла бы спорить на любые деньги. Это фото. Но когда я прочитала, что это работа человеческих рук, это просто неописуемо. Хватает всего. Я вам желаю процветания. Вы таланты, вы молодцы, вы чудо. Я такого еще не видела, поэтому, наверное, у меня такие сильные впечатления.